Добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Слайк, что за плейбой? Всем привет, ребята. Что-то по лифту, по-моему, да, не слаживается. Да, ну запоминайте цифры. Не помню, минул год, 96 этаж. А ну нажимай. А, в доступе отказано. Все правильно. Звук как с хайплайм. О. Слушай, я сейчас думаю, сейчас выскочит белый, это белый, да. Руслан Белый выскочит сейчас. Сейчас это скромное будет, мне нельзя пугаться. А что такое? Я писаюсь. Не, она просто, видать, крутится. Мне кажется, нет. Блин! Слайк, что там? Надо вызывать скорую тебе. Наряд клоуна. А, надо одеть, наверное, на этого. На малого. Да, да, на малого. А на малого или на малого? Где он? Не знаю, малого или малого. Где ты? Не поднимайтесь по лестнице. О, котейка. Джонни? О. А что за... Что это за черный? Это соседи, понял, за стенкой. Это панелька, просто базарят. Все слышно. Ну, малыш, наверное, спит. Так он сверху. А, вот он. А, не, это же яйца. Зародыши, что ли? Эмбрионыч, ты где? Блин. А чего я увернулся? Я еще дернул так, что у меня клавиши слетели. А, иди за кроликом. Матрица опять очередная началась. Да, да, да. Бродяга, ты где? Да вон кролик, стой, на двери, на двери. На двери. А, вижу, вижу. Я реально только что очкинул. Так нормально. Трепает. А что такое? А, это понял, это ж конец, по сути. Он хочет уйти, я хочу уйти. Валит. А эти все там болтают и болтают. Слушай, я так понял, со звуком здесь, походу, беда. Либо да, либо не да. Да. Капец. Нормально, нормально. Нормально. Что ты ждешь? Нажимай давай. Безумие Пинкмана. Наряд жуткий клоун для малыша, наряд усмехающий призрак для Ньюта. Страшно привлекательное украшение. Доработки гей гейпли. Исправление. Что по гейплею? Блин. Унитаз, расширение, доступ. Все понял? Все понял. Так. А что у нас тут вообще? Это фильтра или банки, Слай? Как ты банки считаешь? От Кока-Кола. Банки от Кока-Кола. А где Кока-Кола? О, Пинкман. О, Пинкман. Ну, Тури, где Пинкман? Да, конечно. Ах ты маленький. А чё ты одет не подобающий? Как поменять ему внешность, не знаешь? Нет, где-то в ящике, наверное, как он. Не, это скорее всего, видать, в последнем, понял, дополнении. Да, не, я не думаю. Что это такое? Да не, это каракули-малякули. Музыкальная чушь. А. Да не, она не подходит сюда. А его слепить, по-моему, сначала. Блин, подожди, что-то. Поймать малыша, неудача.
То есть его в теории поймать можно или что? Да, ему музыку надо включить, понял. Майкл Джексон? Миша Джексон. Слушай, нормальная такая телега гоняется. Так, слышь, пытайся, включи музыку и пытайся его словить. Слышь, Сайтама. Арбуз, дыня, дядь. Дыня. А, в натуре. Дыня, блин. Сейчас запечем по-братски. О, готовится. Где моя дыня? Ух, нифига себе его откинуло. Блин. Ты прикинь. Хотя... Короче, все равно, что надо делать, ты тут да, да, да. Что он думает, что я за ним гоняться будет? Не, подожди, я видел, так что. А. Блин. Он бумажка. Давай, лобани что-то. The King Lulady. Забирай ключ быстро у этого гнома. Смотри, как он тут давится. Опа, как тебя, да, прокинули? Ты, конечно, по-братски. А где ж ключ? А ключ он, наверное, проглотил с перепугу, когда его это подкинуло. Не понял. Ну как ты не понял? Где ключ? Даст ключ. О, Сай, тебе звоним в домофон, иди открой. Да. А, типа, сейчас эту поставим и туда ключ заберем у него. Да ладно. Они хотели меня трубой напугать, ты прикинь. Ты не такие трубы видел. Да. Я баке знал в свое время. Вот это страшно. Опа, отжали ключик, да? Отжали ключик, а что ты думал? Что ты думал? Все, Сайтама, до свидания. Теперь это наш ключ. Видал? Не отжимает у тебя ключ. Что такое? Что такое? Что такое? Ты тут расстроился, типа, да, сильно? Свободен, мелкий. Теперь это наша корова, и мы ее доим. Сейчас посмотрим, что ты будешь делать. Что ты скажешь? Что я скажу? Я вот бегу к лифту. Сейчас что-то выскочит, я уверен. Лифту? Лифту. Типа, да в смысле? Что хоть? Света нет. Кто черт и почему света нет? Сейчас ты... О, знаешь, где можно грабануть хату? Вот тут, будто никого не... Ну да. Ну правда, там и воровать, по сути, нечего. Мы научим. Сейчас хорошим. Скоро. Король прибывает. Про нас, что ли, с тобой говорит? Ну да. О! Он предохранитель нас. О! Я помню. Так, где дядечка Смит? Ли. Ага. Так. Да ё-моё. Шо ты, Вася? Корсары нашел, да? Это же довольный себе, как слон. На, он скушай короля. А что написано? Баумбах? Баумбах. Это кто такой? Баумбах. Назвать Баумбах. Баумбах. Так, 43, а тут шо у нас 17. Все. Малый повзрослел. Хочешь увидеть самую лучшую рекламу презерватива в слайд? Да. Вот. Шон там прется? Ну подожди. На, братик, не скучай.
О, все. Ран, беги. Ран. Надеюсь, теперь работает СШ6. Ой-ой-ой. Он, наверное, обиделся на меня, слышишь? Да, мне кажется, что да. А куда идти, туда или туда? Не знаю. Мне кажется, туда не стоит, ну ладно. Ну мы попробуем, чё мы. Блин, ключа нету. Надо было за ним идти. Уже два ключа надо, понял? Желтый и зеленый. Сейчас такой ор будет, я тебе говорю. Идем, Пинкман, куда? Лысый Пинкман. О, смотри. Вот сейчас. А вот сейчас. Бежать. Да чё ты ноешь? Опа! Да, я его уронил! Бери! Ты прикинь. Зеленый и... Это да. Желтый треугольник. Кстати, треугольник. Кстати, подруг дал. А-а-а! Беги! Валим на велике. Вот скотина, еще музыка это так нахлобучивает жестко. Что там по поводу инфаркта, Слай, говорят? Немного. Есть, да, у нас такая тема? Ну ничего. Блин, ну со звуком, конечно, это подстава. Ну это только в менюшке, видишь, оно именно... Так, в принципе, в течение игры не сильно меняет. Ой, мешает. Ну, не знаю. Ну ладно, будем так играть. Да он там что ли чихает от чего-то? Малый повзрослел. Тут. Что ты, Вася? Опа. Тыковка. Вот тут его, по идее, должен одеть. Малый, я что ты... Вот это ты нормальный пацан. Нормальный штрих. Блин, мы как раз к этому и шли все время. Бейдж. Довольный, да? Пластырь, у него блатной черный пластырь. Да. Черный плащ. Только... Ой. Да подожди. Ну зачем так? Почему музыку включаем? Что, обиделся? В угол сел и сидит. Все, сиди здесь. Ключ. На. Злобные. Что-то они сильно большие. Так нормально. О! Хочешь тыкву запеченную? Идем, сделаем. Не переживай. Я шарю в этой теме. Да сейчас, не переживай. Погнали. Зачем ты разбил? Ну ты виноват, да? Ты давай бить посуду. А ну давай ты еще стартанешь. Ты его решил дверью приложить. Давай, вот ту тарелочку сбей мне, пожалуйста. Куда ты? В окно вылетел. Тебе тоже, да, понравилось? Давай еще раз. Вечный двигатель. Ладно. Слушай, а что мы как крагули что-то готовим? Давай приготовим по рецепту. Сначала берем вот эту укропку. Да подожди. А можно как-то положить? Ну ладно, битое стекло тоже подойдет. Обычно целое можно. Давай хлебушек. Ой, блин! Хлеб ко всему липнет, что ли? Слушай, хлеб вообще даже ни грамма не поджарился. Нормально. Это что значит? А ну сейчас, брат. Лови. Лови. Я тебя плюну, хлебом нельзя бросаться. Только взрослым можно.
Засуньте в ребенка сразу 4 куска еды. Нормально, да, достижение, Сай? Ну да. О! Блин. Ты опять своим чердаком что-то разбил? Вот как ты мог? Что ты за ребенок-то такой? Я с этой маской не могу понять, он опечален или нет? Ну, явно что-то не нравится. Ой. А где он? Так... А, это ж помнишь, когда будет типа повторяться несколько раз подряд? Никакой музыки, ты наказан за битьё посуды, малыш. Никакого праздника. Не, да, все. Вот туда. Шмыркает постоянно. Опа. Что это такое? А, можно типа достать, да? Да, ты можешь. Будешь ксилофончиком играться. А. Это убрать игрушки, то что ли? А, блин, ну что ты, я ж ксилофон. Так ты можешь на нем играть. Паркур! О, бери палочку. Тихо, ну я ж пытаюсь сыграть. Головы ему дай. А ну это. Давай бригаду. Сейчас, подожди, он мне мешает. Это авторские права, блин. Что я... Можно бригаду как-то-то? Тун-ту-дун-ту-дун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Да надо Гарри Поттера петь. Тун-тун. Да ты шо гонишь? Мне, блин, медведь на ухо наступил. Ты говоришь, блин, давай играй нормально. Играй нормально. Так, все, мы этого саксофониста там закрыли, так что нормально. Идем за королем. Так, на ключи. Ага. Сердечко надо. Где-то я его не видел. Тебе тоже так кажется? Во. Нет. Вот он. А, вот. Да, да, да. Еще и игрушки свои разбросал. Все, ты наказан, сиди в комнате. Сиди на кухне. Опа. Поезда. Чу-чу. Ну, езжай. Синий трактор. По полям. По... Слышь, малой, я с твоими игрушками играю. Там, прикинь, там, наверное, сердце кровью обливается. Блин, сквозняки здесь, конечно, мощнейшие. Ах ты, маленький. Ишак Шакур. Погнали с нами. Положите мальчика спать. Усталый мальчик. Что ты устал? Бесконечный коридор. Сейчас мы протрем все ручки соседям как раз с тобой. Все, тут оставайся. Нужен. Ну ладно, ладно. Нормальный такой противоударный ребенок, да? Если все дети такие были. Ну да. Было бы четко. Тогда бы у тебя все было нормально, сказал бы. Ну ты же не рассказывал. Я бы не записывал видосики на ютубе, да? Лягай. Да лягай. Короче, считай, что уложили, типа. А, это же бесконечно. Ну да, ну да, ну да. Значит, его надо не уложить. Да иди в баню. Катапультист. Блин, по приколу же ему это делает. Да, ну да, рассержил. Прямо булками мне в лицо выстрелил своими. Ну да, ну да. А что делаю, я не понял. Ой-ой-ой. Блин, походу тюльпаны перепутались. Спиной иди к ним. Не смотри его. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой, ты что ж такой громкий парень?
А, все. Страшно. Здесь телеканал. Зомбоящик такая. Ай, выкинь его, выкинь, выкинь. Уже увидено, уже известно, уже прожито. Что, скромная твоя биография опять была? Очень усталый мальчик. А может в этот раз надо было его уложить? Да нет, тут видишь уже другой. Да ладно, соседи рвутся. Буянят там, понятно. Соседи рвутся к власти. Говори громче, тебя не слышно. Конечно, так музыка громко. Так, перекрикиваем. Ой-ой-ой. Мне кажется... Бэтмен, ты чё там делаешь? Типа напугал? О, я помню. Ну шо, по спартанским обычаям ты должен упасть. Не бросай меня. Не мешай. Не мешай. Один. Один. Неудачи. Бойтесь. На, мы даем. О, братик, привет. Что с глазами? Все, у него реально глаза? Я накурен. Ты накуренный, братан. Где такой прикид отмотал? В Заре купил? Где срок мотал? Тач махал. Уязвимый. Кто я? То я? О! А куда бежать? Сюда. Тихо. Ой, ё-моё. Чтоб ты был здоров. Приходи, найди меня. Я найду. Что за подземные проходы? Опа! Не получилось у тебя, Егошенька. Сейчас. Да ё... Тихо. Паровозы едут. Всё, вижу. Свет в конце туннеля вижу. Беги, маленький кролик. Ты не единственный. Всегда будет еще. Ауф, братик. Вот это малого всегда коротит, я заметил. По-братски. Пройдите сюжет с кроликом. О, это уже черный кот, да. Я думаю, на этом как раз мы закончим, продолжим уже в следующий раз, да? Да, я думаю, что да. Так что, ребята, подписывайтесь на канал. Если вам понравился видос, ставьте лайки, комментарии пишите. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видосы, которые выходят каждый день в 8 часов утра. Всем пока. Всем пока.